Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта военноедело.ком. Сергей Шойгу встретился с Башаром Асадом в Сирии. По сообщению Министерства обороны России, глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Сирию по поручению президента России Владимира Путина встретился с президентом страны Башаром Асадом. В сообщении отмечается, что встреча Шойгу и Асада прошла в столице Сирийской Арабской Республики, городе Дамаске. В ходе состоявшихся переговоров были затронуты вопросы по обеспечению режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками. Как отметили в Минобороны, стороны коснулись темы гуманитарной помощи России и населению Сирии, страдающему от санкций стран Запада, а также восстановления экономики Арабской Республики при содействии российских специалистов. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.